Отличный суп без особых хлопот. Никакой зажарки, легкий постный вариант. Фасоль, томаты, лук и морковь – вот основные ингредиенты данного супа. Подойдет такое блюдо и любителям считать калории. Если вы возьмете консервированную фасоль, варка супа не займет много времени. Кстати, подойдет и фасоль, консервированная в томатном или остром соусе, тогда можно добавить в суп и жидкость. Корневой сельдерей можно заменить черешковым. Пробуйте. Вскипятите бульон или воду. Опустите нарезанный брусочками корень сельдерея, дайте закипеть еще раз. Добавьте морковь, нарезанную брусочками и половинку луковицы, нашинкованную помельче. Варите минут 5. Добавьте консервированную фасоль, слив жидкости, ополоснув холодной водой. Пробейте блендером помидоры в собственном соку и добавьте в суп. Посолите суп по вкусу. Варите еще 5 минут. Добавьте в суп лавровый лист и орегано. Накройте кастрюлю крышкой, отключите огонь и дайте настояться минут 20. При подаче в тарелке добавьте тонко нарезанную половинку лука, несколько штук маслин и оливок, зелень петрушки. Сбрызните оливковым маслом и подавайте.